Популярную актрису Елену Ксенофонтову зрители знают и любят за ее хрупкость и красоту. Однако у этой обаятельной актрисы была непростая судьба. После неудач в личной жизни актриса живет ради детей в детстве. Елена долго сомневалась в выборе будущей профессии. Сперва она мечтала стать врачом, но будучи творческим человеком, она окончательно решила стать актрисой. В личной жизни Ксенофонтовой было много трудностей. Она несколько раз выходила замуж. У нее двое детей – сын Тимофей и дочь Софья. Но последний супруг актрисы превратил ее жизнь в настоящий кошмар. Он обвинял ее в насилии и пьянстве. Несколько лет понадобилось Елене, чтобы доказать свою невиновность. Подробностями этого конфликта и другими событиями в жизни актрис всегда делится со своими поклонниками. Сегодня актрисе уже 50 лет за эти годы. Она потеряла былой шарм и выглядит не такой эффектной, как раньше. А что скажете вы?